Охренеть! Охренеть! Мне кажется, не каждый день мы такое увидим. Не каждый день. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее во второе видео за сегодня, за один день. Я, ребята, стараюсь для вас и выпускаю как можно больше видео. Ну что это за рубрика? Это рубрика без модов, где сегодня мы будем выдавать себе супер-пупер новые оружия на версии Майнкрафта 1.8. Это рубрика без модов. Команда, созданная не мной, я никогда не говорю то, что это мои команды. Команда создана одним зарубежным ютубером. Ссылочка на эту команду будет, конечно же, в описании, также на него, я никогда вам не вру. Поэтому, ребята, сегодня мы будем рассматривать, что же делает эта крутая команда, сколько новых луков, бомб и супер каких-то ядерных оружий она будет добавлять нас, наш мир. И, ребята, если вы хотите, чтобы я продолжал снимать видео, если вы хотите, чтобы я выпускал по 2 видео каждый день, если вы вообще хотите смотреть меня и хотите, чтобы я не заканчивал выпускать видео и выпускал их как можно больше, ребята, мне очень важна ваша мотивация. За каждый ваш лайк я говорю вам большое спасибо. Если мы сможем с вами набрать 2000 лайков, то я обещаю то, что я сразу же выпущу следующую серию рубрики без модов. Я буду выпускать их каждый день. Ваша поддержка для меня очень, ребята, важна, поэтому, пожалуйста, не поленитесь, поставьте лайк. Также вы можете подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, позовете их на просмотр, потому что чем нас тут больше, тем больше людей узнает, что такое без модов. И, ребята, в первую очередь мы будем выдавать себе командный блок, который выдается с помощью вот такой команды. Give Minecraft Command Block. Вот так, ребята, запоминайте, кто не помнит, а кто очень быстро забивает, делайте скриншоты, бегайте за маминым телефоном, копируйте, делайте фотографии и многое другое. Ребята, сейчас нам нужно вписать вот эту большущую команду, которая, ссылочка на которую находится в описании. Уже, вы можете зайти и скачать. Также тут нужно нажать всегда активное, для того, чтобы команда работала без каких-то посторонних предметов, то есть рычага, кнопочки и любого другого активатора. Мы тут нажимаем «Done». И наша команда устанавливается. Как я сказал, эта команда была создана каким-то зарубежным ютубером. Я никогда не говорю то, что это мои команды. И тут, ребята, вы можете активировать и активировать эту команду, дезактивировать, чтобы, ну, просто она не вредила вашему миру Майнкрафта и чтобы не вызывала лаги. А если вы хотите держать ее включенной, то вы можете также прописать вот эту команду set world spawn для того, чтобы это вот, чтобы вот эта махина работала в любой точке вашего мира, и также, чтобы она не лагала. И сейчас в наш мир были установлены 4 супер новых лука, луки богов. Новые, даже 4 новых гранаты, ребята. Но, в принципе, давайте мы сейчас же и рассмотрим, что это такое. Что нам пригодится в первую очередь? Нам нужно взять один... золотой меч и также один кусочек бумаги. И нам нужно найти жителя. Ну, или в нашем случае просто его заспавнить, чтобы не бегать и его не искать. И, как видите, это самый обычный житель. Но если мы выкинем в него золотой меч, если бы ты еще на месте стоял, зараза, я бы вообще... Ладно, пофиг с тобой. Куда... У вас там, не знаю, тусовка какая-то, что вы туда все убегаете, голубки? Выкидываем на него не лук, а меч, и, как видите, сразу 2 жителя стали продавцом оружия, вот этих нереальных новых крутых оружий богов. Если вы хотите превратить обратно вот этого торговца в обычного жителя, то просто выкиньте на него кусочек бумаги. Если вы обратно хотите превратить торговца, то выкиньте на него меч. Но, как видите, он сейчас почему-то мой меч схавал, да? А, нет, все не скалов, все нормально. Давайте, ребята, мы еще раз одного заспавним нелагучего. Почему они все туда идут? Что вы там забыли нафиг? Вот так выкинем. И сейчас, ребята, давайте посмотрим, что же мы можем купить у вот этих нереально крутых продавцов носатых. Да, носатый, смотрите, что мы можем купить. Мы можем купить 4 новых лука и также 4 новых гранаты. И это, ребята, офигеть как круто. Но, как видите, тут очень много луков, то есть, что у нас тут есть? Что у нас тут есть и что нам не хватает? Чего нам не хватает? В принципе, как видите, у нас тут очень много луков, очень много бомб, но нам не хватает... ресурсов, чтобы их купить. Поэтому знаете что, дайте-ка я немного обрежу это, хотя бы пару секунд, чтобы просто покупать это все, потому что, как видите, это действительно занимает очень много времени. 4 лука я купил, сейчас нам нужно купить, ребята, все эти бомбы, которые тут остались. Еще одну бомбу я купил, и у нас еще 1, 2,
Три. Еще три бомбы, поэтому я также, в принципе, сейчас и вернусь. И я, ребята, закончил. Это можешь себе оставить. Давайте включим день, чтобы нам было намного лучше все видно. И, ребята, что у нас есть? Эта команда добавляет ваш ванильный мир Майнкрафта. Обычный. У нас тут нету ни единого мода. Я видел то, что многие люди меня иногда обвиняют в том, что Эдисон это моды, это неправда, это не команды. Ребята, устанавливайте команду ваш мир Майнкрафта, и вы сами увидите то, что у меня нету никакого мода. Это все команды. У меня нету никаких модов, ребята. И поэтому, знаете что, давайте мы будем тестировать наши луки. Что делает первый лук? Давайте мы посмотрим. Мы просто стреляем в землю. И вы сами видите, что делает этот лук. Вы сами видите, знаете что, дайте-ка я немного сделаю потише природу. Звук природы. Где-то вот так, потому что мне кажется, это будет охренеть как громко. И, ребята... Что-то надо как-то. Давайте мы еще раз выстрелим и посмотрим, что делает этот лук. Давайте в землю выстрелим. Мало того, то, что он превратил носатого в ведьму, так как вы видите, этот лук действительно очень полезен. Потому что как только вы куда-то попадете, в то место будет фигачить 1000 молний. И это офигеть как круто. Это очень вам поможет в сражении с монстрами и также с гриферами и другими чертями, которые существуют в нашем мире, хейтеры и многое другое. Но все же, ребята, мы приступаем к следующему луку, который еще намного круче. И как видите, у каждого лука есть свои спецэффекты. Первый лук. Это как будто какие-то, не знаю, пузырьки. Второй лук, это как будто снег, да? И давайте мы стрельнем в землю и посмотрим, что же произойдет. Можно сказать то же самое, да, то есть фигачить молния, но в этом случае это не обычная молния. В этом случае она также оставляет след. То есть, как вы видите, ух, как же это громко. Как видите, ребята, это не обычная молния, это уже молния, которая стреляет TNT. И это, ребята, офигеть как круто. Но не думайте то, что это все, потому что дальше у нас идет просто безумие. И у нас новый эффект, это как будто какие-то серые звездочки и оранжевые, да, я там вижу. И смотрите, что делает следующий лук, это Lightning Storm Bow, то есть... Ураган, можно сказать, лук урагана. И давайте мы выстрелим прямиком в этот дом. Куда-то вот сюда. Бум! Да. Если мы можем сравнить, как стреляет молния вот этот первый лук. Да. Где-то 2-3 секунды идет молния. А как стреляет вот этот? Охренеть, сколько молний одновременно! Но, вы уже, наверное, догадались, если первый лук это стреляющий молния лук, то третий лук это стреляющий также молния лук, только усиленный где-то на 200-300%. То вы также можете подумать, то, что если второй лук стреляет молнии с TNT, то четвертый лук также будет стрелять молнии с TNT, только намного сильнее. Как видите, это самый сильный лук, и у нас сейчас эффект даже шарпнеса. Поэтому давайте мы выстрелим также в этот дом и посмотрим, что же с ним произойдет. Пум! И как вы видите, от этого дома практически ничего не осталось. Офигеть! И мы даже можем назвать это рубрика, где мы взрываем миллиарды TNT. Только это еще намного круче. Давайте выстрелим вот в этот красный блок. Молния. Зевс, ты уснул? Зевс! Давайте выстрелим вот сюда. Только в этом случае мы не взрываем миллион TNT, а в этом случае мы хреначим все с помощью молнии. И смотрите, какой идеальный узор делает молния после того, как она уже перестанет бить. Вот смотрите, если мы стрелим вот сюда. Смотрите, какой узор оставляет молния. Таким способом мы можем профигачить... Комп, не сдавайся, комп, я в тебя верю, пожалуйста. Комп. Как вы видите, ребята, смотрите, какой узорчик оставил вот этот лук. И разве это не прекрасно? Разве этот лук не прекрасен? Потому что если... Главное сюда не стрелять, потому что это команда. Если мы выстрелим, то все у нас просто-напросто... Опердолится и больше ничего не будет работать. Давайте выстрелим вот сюда. Пум! Офигеть, этот лук просто потрясающий. Но это еще не все, потому что мы можем заспавнить, ребята, бомбу.
Помимо 4 крутых луков, у нас есть еще 4 крутые бомбы. Что делает первая бомба? Чанки, пожалуйста. Что делает первая бомба? Давайте посмотрим. Это метеор-бомба, которая будет лететь вверх, набирать силу. Сейчас с помощью силы молнии она ударит землю. И как видите, оставит тут охренеть какую большую дырищу. То есть она взлетает, вот смотрите, давайте даже 3 заспавним. Она взлетает в небо, набирает силу и потом силой падает вниз. Прям ремикс какой-то. И смотрите, что она тут оставляет. Ребята, не играйте спичками. Да, вот с этими, которые у меня в руках. И сейчас, ребята, давайте мы посмотрим на следующую бомбу. Это маленькая электрическая бомба. Что она делает? Если мы выкинем ее, то у нее будет где-то 5 секунд заряда. В то место, где она заряжается, бьет молния. И после того, как она зарядится, те все места взрываются. То есть, если мы кинем туда и кинем туда... Согласитесь, то, что это намного круче, чем какой-то либо TNT. И это намного интереснее взрывать, чем, допустим, взрывать там миллиард TNT в Майнкрафте. Потому что это не только TNT, это и молния, это и взрывы, это и луки. И смотрите, как это круто смотрится. Ребята, если вы хотите, чтобы я взорвал нахрен вот этот весь... город, то напишите в комментарии специально для вас, я создам специальное видео, где я буду взрывать вот этот весь город с помощью вот этих крутых аппаратов, которые у нас есть. Потому что это реально будет очень даже круто. А потом дальше у нас идет маленькая пицитская электрическая бомба, которая в принципе толком ничего не делает. Она просто летит, заряжается и все. То есть смотрите, если мы кинем ее на землю, то спустя какое-то... спустя пару секунд, мне так кажется, или нет, бомба. Вот. Ну, как видите, когда она находится в воздухе, то она тогда заряжается где-то 3 секунды, и потом в то место бьет очень много молний. Но она почему-то не хочет... Вот, сейчас получилось. Сейчас, в принципе, получилось. Ну, такая себе бомба, ничего особенного тут нету. Но дальше у нас идет, как вы понимаете, 4-е предметы, это у нас самые мощные. Если этот лук у нас был самый мощный, то, по идее, эта бомба у нас также будет самая мощная. Поэтому давайте мы зайдем в какое-то здание, допустим, вот в это, в банк, да? В банк. И давайте поставим вот тут эту бомбу. Run away, то есть беги нахрен отсюда, я с вами полностью согласен. Я с вами согласен. И что же сейчас произойдет? Что-то по... Молния начала бить не в то место, а, конечно же, в крышу. Охренеть. Охренеть. Мне кажется, не каждый день мы такое увидим. Не каждый день. Да! Охренеть просто! Я хочу еще раз это сделать, потому что... давайте вот сейчас в это здание. Это здание еще намного выше. Охренеть! Не каждый день мы такое сможем увидеть, ребята. Давайте вот прямо тут. Прямо тут по центру. Прямо тут по центру. Убегай! Беги, Форест, беги! Ребята, хэштег беги, Форест, беги, беги, потому что сейчас произойдет еще намного круче. Сейчас будет еще круче. Посмотрим, как полностью расквашит этот небоскреб. Офигеть, ребята, давайте посмотрим. Молния уже начинает набирать силы. Давай, молния, давай, пожалуйста. Вот прям сюда, до первого этажа. Так, я вижу то, что уже что-то происходит. Так, все? Ну, от верхних этажей у нас точно ничего не будет, но она остановилась вот тут. Значит, а почему это так долго работало? Почему эта молния вот так до самого первого этажа дошла, а вот это уничтожило только... Ну, в принципе, и так даже круто. Почему и нет? Очень даже круто. А сейчас мы попробуем взорвать вот знаете что? Давайте пойдем вот сюда, и это будет последний дом, который мы взорвем. Вот сюда. Вот тут по центру. Вот тут. Поставим. Вы готовы, ребята? Вы готовы? 1, 2, 3, 4, 5. Комп. Миленький мой комп. Прости, то, что я с тобой так обращался.
Я не хотел. Комп. Ребята, думаете, комп меня простит? Простит ли меня мой комп? Я не знаю, потому что, как я вижу, с ним уже творится что-то. Давайте ближе подойдем. Комп, пожалуйста, не взрывайся. Я просто ближе подойду. Десять FPS. Так. Все? Ну, в принципе, не так-то плохо, как я рассчитывал. Ну, я не скажу то, что тут кто-то сможет еще жить в этом доме, но все же, ребята, это очень круто. Но вот этот первый дом мне больше всего понравился. Тут, мне кажется, молния сама залагала, да вот, включите на нормальный вид. Молния тут залагала и проломила полностью вот этот весь дом. Это, ребята, очень круто. Если вы хотите большей серии с модами, это самое главное, ребята, не забываем то, что ваша поддержка для меня важна. Именно благодаря вам я не сдаюсь и дальше продолжаю выпускать видео каждый день, а иногда даже по два видео, как сегодня. Это второе видео за день, ребята. Помимо того, я работаю целый день, прихожу с работы, но все же я успеваю для вас записать новое видео. Поэтому ваша поддержка для меня важна. Именно благодаря вам, ребята, я не сдаюсь и дальше продолжаю записывать видео. Поэтому я буду рад, если вы поставите лайк на это видео. Если мы сможем набрать 2000 лайков, то я обещаю то, что я завтра, на следующий же день и каждый день буду выпускать рубрику без модов, если вам вот это интересно. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если поделитесь этим видео со своими друзьями. Да, чтобы они пришли сюда и также посмотрели, чем мы занимаемся. И также можете репостнуть ссылку на вот это видео у себя на странице ВКонтакте, в группе или еще где-то. Я также буду этому очень сильно рад. Ребята, большое вам спасибо за просмотр. Приходите завтра, потому что видео на моем канале выходит каждый день. Я всегда вас тут жду. Никогда обо мне не забывайте, ребята. Я всегда вас помню. Я всех вас люблю. И я жду вас каждый день тут. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.